Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television. С вами Сафир 33. Мы с вами продолжаем играть в Final Fantasy 7. Итак, у нас 29-я серия. И сразу скажу, что в этой серии мы с вами будем ходить, ну, по всяким секретам, ну, а также большую часть времени прокачиваться. Что касается прокачки, я думаю, что мы с вами, помимо того, что я буду искать, где место, где можно лучше всего прокачаться, скорее всего, я эти моменты буду убыстрять в 20 раз, чтобы, ну, вы понимали, чтобы не смотреть одно и то же по замкнутому циклу. Ну, в общем, как-то вот так вот. Что касается оружия, нам надо в Golden Cyrus золотое блюдце, чтобы нам, короче, поиграть на арене. Поиграть на арене, подраться и выиграть всякие штуки. В общем, что касается того ГП, которого у нас нету, его можно на самом деле, я прочитал, что обменять у спекулянта. Этого спекулянта надо дождаться. Иногда, знаете, вот когда мы прилетаем вот именно в эту местность, он здесь должен стоять в углу около кассы, около сейва, если там видите. Но тут его нету. Вот. Мне тут подсказали одну идею. Можно по экранам походить так вперед, выйти, войти несколько раз до тех пор, пока он не появится. Ну что ж, давайте попробуем сделать. Тварь, а. Я, правда, не знаю, сколько так надо сделать. Видимо, он совсем редко появляется. А, вот, смотрите, есть, появился. Ну, стоит прям там. Эй, может, вы желаете обменять свои гилы на ГП? Да. Эй, спасибо, 1 ГП за 100 гил. Отлично. 10 тысяч поменяли, да. Если позже вы захотите приобрести еще, я буду неподалеку. Отлично. Ну что ж, эти ГП нам дадут шанс поиграть на арене, что даже очень неплохо. Итак, арена, что ж, жди нас. Здесь еще надо будет всякие посмотреть интересности, на самом деле, на Golden Cyrus. Так, ну что ж. Хотите зарегистрироваться? Регистрационный взнос 10 КП, давайте. Этот бой один на один. Кого выбираете, Клауд? Вы можете провести до 8 боев. Чем больше у вас побед, тем сильнее форма у противника, тем сильнее монстры. Хорошо, я покажу им, сказал Клауд и отправился на арену. Блин, твою мать, надо было этот Ultimo Weapon поставить на самом деле. Хотя не факт, чтобы это сработало. Да ты что? Так вот, контратаками. До 8, да? Ну ладно, посмотрим. Супер. Так, продолжим, конечно. Рулетка. МП. 1/2. Так, снизилась. Черепашка. Наверное, ее просто так вот побить. Барьер. Зашибись. Отлично. Тогда давайте мы, наверное... Твою мать. Тогда да, тогда остается просто так бить. Молодец. Крутим. МП. Еще 1/2 стоимость. 6. Неплохо. Так, блин, к концу боя ничего не останется, твою мать. Давай, Клауд, давай. Фук. Черт, надо жизнь, наверное, подлечить. ХП. А вот это вот проблема, хочу вам сказать. Так. На
На самом деле 999 надо жизни, и тогда будет все в порядке. Твою-то, Лидия. Нате, ни хрена. Ты что делаешь-то? Крутим. Командная материя сломана, твою мать. Все. Твою мать. Давай. Черт, ну, блин. Жалко, что желтый именно сломан. Материя поддержки сломана. Ты охренел? Что это? Ой-о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 й. Я думаю, нам надо использовать лимит. Все, я трупак. Я трупак, твою мать! Эликсир. Эликсир, твою мать! Фак. Вообще количество... А, ноль. Паутина получена. Так, подождите. Слушайте, ну не повезло, не повезло. Давайте дальше. Хотя... Да, кстати, надо было этот. Фак, ну ладно. Сейчас мы у Тифа заберем реген, чтобы сразу поставить это на первых монстров, пока он будет действовать. Самое. Молодца. Ну, здесь он такой, прям это. Да, реген бы очень сильно помог. А вот это, кстати, хрень полная. Замедление. Повезло прям с самого начала. Как долго он действует, только я не знаю. Одна вторая скорости. Да, слушайте, с таким тормозом это будет сложно. Когда это пройдет? ХП. Твою мать. Твою мать. Блин, ну это вообще жесть. Пять уровней вниз. Ну ладно, это самое, наверное, простое, что могло быть. Опять бета. Блин, какой же он тормоз-то, а? Да, я тут прослал. Твою мать. Ты еще едешь, дальше будешь. Смотрите, да, сколько один удар копился. Итак. Я проще так, МП, ладно, в пень. Самое нормальное.
Быстрее копись, твою мать. Твою мать. Твою мать. Эликсир надо взять. О! Кирдык. Да. Что за паутина получена? Так, давайте сейчас, короче, попробуем по-другому немного сделать. Так, мы вот это вот поставим. Давайте еще раз попробуем. Сразу при первом монстре, блин, если сейчас опять улитки будут, их прям мочить надо. Не, нормально все. Твою мать. Твою мать. Не бей его. По идее, надо ускорение ставить. Пятерка, это вообще нормально. ЛВ. Ладно. То есть магия, магия, магия. Почему просто? Твою мать, да что такое? АМП. Так бьем. Обалдеть. ХП, твою мать. Почему ХП? Нормас. Давай, 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 давай. МП, твою мать! Черт, 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 черт! Быстрее. Блин, медленно, медленно, очень медленно. Надо спешку ставить. Успел. Все, это конец. Это конец, твою мать. Все, конечно. Да, 600 тратил. 700 сразу убил, тварь. Что-то я не совсем понимаю, что тут и... Так, 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 так. Нет, подождите. Давайте мы сейчас сделаем еще кое-что. Барьер. Так, сейчас попробуем.
Неужели я сейчас проиграю? Быть такого не может. Хотя, что я сейчас буду делать со следующим? А если я убегу, мадафака? Иди твою мать! Иди твою мать! Последнего надо было босса замотать. Иди твою мать! Почему он ходит? Много пыльцы какой-то. Фак, меня убьешь. Да. Черт, а это был последний босс. Тварь вонючая, ну-ка иди-ка сюда. Да, слушайте, ну что-то сложновато, я тут даже не знаю, как выиграть. Может быть, еще покачаться надо, на самом деле. Потому что вот реально мне не хватает жизни. Жизни — это, конечно, беда. Пешку сейчас еще замутим. Барьер замутим. Все. А теперь мы просто мочим. Теперь уже как карта ляжет, я уже просто не могу сказать, что из этого получится. Магическая материя сломана. Нормально. А я больше ничего не могу вставить. Да ну нахрен, вы что-то жестко очень. Вся материя сломана. Слушайте, ну это какое-то жесткое дребедень. Вы что делаете? Это что такое? А где право выбора? 900, мадафака. Да я его сейчас буду бить тут до посинения. Нет, желтая работает. Желтая работает. Какая нахрен лавина? Твою мать. Сколько? 400. Ну ладно, хрен с ним. Молодца, блин. Чё? Да проще так. Твою мать, а? Не могу, то не могу, все не могу. Все, конец. Иди твою мать. Мочить. Сука. Конечно, сам. Сколько у тебя жизни? Ой, он смотрит на меня как-то странно. Шлепок. Ну давай, твою мать, да. Нет! Дыхание змеи, конец, конец, конец. Так близок он, конец. Надеюсь, он последний. Ох ты, блин! Это нечестно! Твою мать! Сколько у нее жизни? 700, не выдержу. Не выдержу, твою мать! Все. А меч-то, да, он этот слабенький.
Эх. Тут я, конечно, тупанул, блин. Ладно, давайте еще раз. Да, наверное, последний раз, и тут уже, наверное, надо будет все-таки идти прокачиваться, потому что, я вам скажу, мне нужен меч. И чем жизни у меня меньше, тем, соответственно, меч слабее. Это главный минус, наверное, скажем так. Да, ну это очень жесткий вот бой был, да, твою мать, ты что, охренел, что ли, тварь? В первом бою надо все сделать. Слушайте, они какие-то долбанутые, твою мать, да? Твою мать, ты что творишь-то? Черт, я его сейчас убьет. Все, конец. Блин, надо было. Не надо было бить, надо было сделать. Теперь у меня не будет спешки. Обалдеть, 1200. Да, я слабала для арены еще очень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, просто вылечу сейчас. Обалдеть! Тварь. Да не издевайся надо мной. Твою мать. Покажу папу Карла, тварь. Тварь какая. Взлетел, значит, сейчас сядешь. Вещей нету вовремя. Это кердек, что я могу сказать. Твою мать. Нужно, чтобы было именно 9999 у меня. Давай, давай, твою мать, давай, ну что ты творишь-то, а? Ну что за нахуй? Твою мать!
Слушайте, я так ущинку, да, я замедлен сильно причем. Ну это финиш. Твою мать. Восемьсот трэч, все. Оружием пользоваться нельзя. Финиш. Тэй, все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Много пыльцы, очень много. Мало, конечно, потрачено, все равно хоть что-то. 3000. О, блин, снял. Ох ты, ёптерный театр в конце выиграл. Получено количество 48-29 бобч. Количество. Получено чуть не плюс паутина. Не понял, может я не на том этом сражаюсь, что за бред. А что надо? Ради чего все это я делал? Ты что за бред-то? Маска чизы. Так, ладно. Так. Ну, вроде как все. А, стоп, оружие. Так, давайте теперь мы пройдем в запретный лес. О, опять там чувак стоит. Ладно, что, может купим? Ну, ладно, в пень. Надо, короче, прокачиваться. И попробовать на арене выиграть все. Кстати говоря, по поводу дублирования вещей. А, оно тут работает. Давайте посмотрим, как это все работает. Где много эликсиров? Да блин, я так ничего не успею сделать, твою мать. Вот контратаку надо отключать, вот так тогда это. В общем, короче, эта фигня работает.
Ладно, с этим мы разобрались. Ну что ж, давайте двинем. А, давайте мы сейчас вещи сделаем порядок. Поле. Вот, мега эликсир их 6. Надо их сделать, ну, 100, чтобы было. Ну это потом. Сейчас у нас более важные дела. Это у нас... Давайте сядем где-нибудь здесь. Как раз можно сейчас мега эликсир сделать. В любом случае мы сейчас добежим до туда. Черепашки-ниндзя. Кого ты бьешь, твою мать? Надеюсь, он ее не ударит. Твою мать! Твою мать! Сайте, да? Мега эликсир выпить. Еще и два. Да, не каждый такой себе позволит. Да их 49 у нас. Да, Дэми, что-то не очень как-то пошло. Ну, это нормально, питок забрала. Ладно, двигаемся. Так, ладно, здесь я уже понял, что... А, давайте мы сначала это... Давайте выбросим ее. Так, стоп. Супер выстрел взяли. Надо было просто подойти к нему. Я в прошлый раз не сообразил сделать. А я до конца летел, чтобы он меня схватил. О, да, это дебилы эти. Ну, здесь их только беты, наверное, мочить. Да, меня на арене достали, честно скажу. Уж какой наглый-то, а? Хоп. Вот ты какой, а он, да, огнем боится-то. Взяли, да? Взяли. Так. Вот, и здесь теперь надо сейчас их быстро. Во! Так, этих просто мочу. Да, Тифа вообще, блин, не знаю, может быть, ее поменять на кого-нибудь. Мана плюс, уровень увеличен.
боевая заколка. Что это? Так. Понял. Стоп, там материя. И эпическая сила. Да не вопрос. Мега-эликсир. Так, стоп. А думать надо. Так, лягушку одну с собой. Сейчас посмотрим, что это. Кстати, если большую лягушку мы с этот мы сожрал. Смотрите, там сверху что-то есть. Фак, тут еще сверху смотрите. Твою мать. Блин, надо мелкую лягушку еще одну. Большая не пойдет. Иди твою мать, да, я понял, что я сделал. Фак. Надо две. На первый экран тогда получается. Да он, блин, а? И как теперь? Стоп. Она же должна открыться. Блин! Я понял. Этот камень надо этому цветку скормить. Нифига себе, меня потрепали, слышишь? Так, слушайте, я, по-моему, воткнул. Сейчас, давайте по...
Так, подождите, подождите-ка. Так. Что будет, если мы его запустим? Если так можно делать, надо посмотреть. Я уж точно использовать не буду. Так. Так. А, блин, не могу здесь оставить. Очки. Фак. Слушайте, это я сброс нажал. Ладно. Да так проще. Блин, наконец-то. Пройти-то, твою мать. Так, теперь что? Я здесь просто постою, посмотрю, что будет. Куда мы катапультируемся? В никуда. Черт, а как-то здесь-то... Твою мать.
Материя Тифон. Что такое Тифон? Блин, и здесь. Блин, охренел. Подождите, куда идти-то, твою мать? Да пипец. Так. Ждем. Ну. Вроде как это складно получается. Так, а теперь, я так понимаю, просто в пещеру там пройти. Тут еще что-то есть. Почему не могу туда пойти? Смогу я долететь, нет? Эти твою мать. Мне нужна большая лягушка. Ой-ой! Что же ты творишь такое? Так, слушайте, нам надо вот мазь мастера все заново породить. Блин, что бы тебе дать? Прикрытие. Не знаю, стоит или не стоит. Ну ладно, хрен с ним. Там большая лягушка должна быть. А ее нету. Твою мать. Может, она сверху есть?
Твою мать, ну кто знал-то? Чисто случайно. Понятно пока. Ой, блин, слушай, надо вылечиться, а то что-то я забыл уже. Надо подумать. Там есть камень, но камень надо взять. Нет, не то. Подождите, наверх надо. Сверху спуститься по этой веревке. Так, стоп. Обновляем лягушки. Где еще одна? Да чтоб тебя забыло. Да ты что? Тифа меня прям вообще что-то расстраивает. Кайт-сит нужен, короче. Так, как мне вернуться? Кстати говоря,
Что за тифон? Как я до этого додуматься-то вообще надо-то, а? Бля, а тут надо большую лягушку, твою мать. Подождите, я что-то запутался, смотрите. Давайте посмотрим, что за тифон. Ощепление называется. Да-да-да, помню такое. Поддохла. Блин. Как мне теперь туда? А, все. Мне лягушки нужны. Большую лягушку просто надо принести. Идиотизм, мадафака. Катастрофа. Так, мне нужно, по идее, пару лягушек, чтобы они здесь были. Ай, дерьмо-то собачье, а? Так, тогда понятно. Сука.
как же вы достали со своим этим. Ради чего все это квесты? Вроде бы мы суммонеры здесь нашли материю. Так, стоп. Должно все получиться, мадафака. По идее, сюда же должен выкинуть, нет? Наконец-то. А лягушка, кстати, туда попала. И, о, сундук, стоп. Апокалипсис. Что такое апокалипсис? Тройной рост. Неплохо. Теперь понятно, почему. Стоп, давайте посмотрим, что у нас тут. Нормальный, нет. О, тут еще. Эликсир. Да нахрен он мне нужен этот эликсир ваш. Насквозь прошли, а? Слушайте, адский вообще уровень-то, я вообще не знаю. Так. Теперь нам надо просто посмотреть, как уровень. Ну, я думаю, что мы уже будем делать это в следующей серии. Здесь тоже... Надо будет еще заняться разведением чукоба. Ну ладно, давайте здесь сохранимся. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. Это была 29-я серия. С вами был Сафир 33 на канале про Gamer Television. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.